Вот, в общем-то, гуляю сейчас по Эйбису. Знаете, такая станция называется Эйбис. Это очень элитный район. Смотрите, какие здесь дома. Ну и, в общем-то, решил я записать для вас влог, чтобы не просто так ходить по улице гулять, а проводить дело с пользой для себя и для других. Кстати, мне очень нравится ваша реакция на влоги. Я не думал, что это может собирать столько лайков. Аж по 1000. Вот я иногда задумываюсь, за что люди ставят лайки. То есть, если в ролике есть девушка, то человек лайк ставит. Или если его попросить поставить лайк, он поставит лайк. Как вот вы это вообще сами считаете? Что вас больше мотивирует? Вот. Я вот все-таки думаю, что больше мотивирует, если есть девушка и просьба, то есть в двойном размере. Такие ролики как раз собирают эти лайки. А вот, кстати, кто интересовался, какая у меня камера? Вот она. Мыльница. И не жалуйтесь, пожалуйста, на плохой звук, если будет из-за ветра, потому что сегодня было довольно ветрено. И сами понимаете, в мыльнице микрофон встроенный. То есть я с этим ничего не могу поделать, могу только ходить по улочкам, по маленьким, где ветра нет, например, вот как сейчас. Смотрите, какое кладбище. Прямо рядом с домами. Тихо и спокойно. Смотрите, как интересно. Так, ну там-то, наверное, ничего особо интересного-то и нету впереди. Охренеть. Вот это совпадение. Гулял-гулял и нечаянно наткнулся на офис компании Робот. Компания, в которой недавно как раз снимала сериал, в котором я тоже снялся. Не в главной роли, но в очень такой серьезной роли. Я скажу вам по секрету, этот сериал называется «Мозу». Он уже идет на японском центральном телеканале TBS. Вот, и я буду там с 10 эпизода, то есть первого эпизода второго сезона. Так что, кто интересуется японскими сериалами, обязательно посмотрите. Очень крутой сериал, очень крутой вообще продакшн. Голливуд практически. Смотрите, как клево здесь. Это я иду сейчас по дороге от Эбису в сторону Сиба, вдоль линии Яманоте. Темно уже. Уже себя особо не поснимаешь, все расплывчато. Сибе. Короче. Темно. О, сравните Сибе вечером и утром. Недавно у меня было видео утром 5 утра. Сейчас сколько? 7 вечера. Полно народу. Здесь прям в центре одной из самых оживленных станций города какие-то газеты с мангой продаются. Слушай, это, наверное, какой-нибудь старый якудза. Что это такое вообще? Кто ему сюда позволил встать? Да, жесть. Так, ну а что это у нас, значит, самый известный такой Starbucks? На Шибуя. Видите, сколько здесь людей стоит вокруг него. Здесь, оказывается, все встречаются. Не-не-не-не-не, котики по 100 тысяч. Недавно на Рапонгах такой же магазинчик заходил, там были по миллиону. Котики. Вот я посмотрю котика. Смотри, какие девочки. Оп. Собачки какие-то лежат. 80 штук. Камышночка за пару сотен. Смотрите, ребята, ну одни женщины в основном гуляют. Парами, тройками там и так далее. Мужиков вообще практически нет. Раздолье просто для одиноких мужчин. Ну, в общем, можете почувствовать атмосферу. Все чистенько, уютненько.
Так, ладно, поеду я, наверное, домой уже скоро. Вон, смотри, сколько народа ждет, чтобы перейти улицу. Вон, видите, сколько? Не знаю, будет здесь 2000, доберется ли. Довольно много. Я думаю, эти кадры очень многие видели. Тут постоянно кто-то снимает, короче, как он переходит улицу. Короче, ладно, ребят, надеюсь, это было интересно для вас хоть немножко. Сначала думал поотвечать на какие-то вопросы, но потом как-то не пошло это дело. Вот. В итоге ответил только на один вопрос про гопарей, который я выложу отдельным видео. Поэтому уж извините, что, может, получилось не так информативно, зато Сиба, Эбис и все такое. Надеюсь, увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч!